Всем привет! С вами Распаковочка упаковочки, и сегодня я вам расскажу о том, к каким заключениям я пришла по поводу своих ноготочков. Дело в том, что я уже какое-то время лечу, какое-то время, это мягко сказать, грибок ногтей, и пытаюсь понять, какие лекарства в этом деле мне могут помочь лучше, то есть быстрее справиться со своей проблемой. И вот я набрела на такой сайт eaptека.ru, где я посмотрела все интересующие меня товары. Первое, что я сделала, это я посмотрела передачу, как я тут написала, по ТВ. Ну, не по ТВ, а по YouTube. Я нашла на YouTube эту передачу. Да, она показывается на ТВ, все вы ее знаете. Ну, что-то типа «Жить здорово» или чего-то такого. И там было написано, точнее, проговорено, что настоящее средство, которое вылечит окончательно вас от грибка ногтей, это средство, в котором содержится амаралфин. Первый раз я слышу вообще такое название, и побежала я искать, что это такое и где можно найти лекарство с таким составом. И вот вторым пунктом, как у меня помечено, я нашла такие варианты: Onihelp и Loceril. Также я нашла и Exorol Finlac, это уже потом, кстати, не сразу я нашла. А Фламил я тоже уже слышала о нем раньше. Но вот новым только был вот этот Exorol Finlac и Onihelp. Про остальные я слышала. Дело в том, что у всех этих средств в составе есть как раз искомое. Амаралфин там содержится. Здесь я привела примеры, сколько стоит каждое из этих средств на 26 декабря 2019 года. Когда все готовятся к празднику, я готовлюсь к тому, чтобы до конца долечить свои ноготочки. И, в общем, я посмотрела, мне было интересно, в какой стране каждое из этих средств производится. И вот смотрите, Onihelp у нас производится в Ирландии, Loceril производится во Франции, Exorol Finlac производится в Германии, а Фламил производится в Индии. Я не знаю, как повлияет страна изготовления на продуктивность этого средства, но посмотрим. Я из этих всех выбрала Onihelp. Вот я тут все записала, решила взять Onihelp. По отзывам из представленных он был действительно самым лучшим. То есть, если у остальных и были какие-то оценки там ниже, выше, то у Onihelp это было, мне кажется, даже всегда и везде, на всех ресурсах 5 из 5. Может быть, не так много отзывов, но 5 из 5. Поэтому решила взять его. Он стоит 771 рубль за 2,5 мл. Не знаю, поможет мне это или нет. Очень хотелось бы в это верить. Я, если честно, и верю. Что могу сказать? Скорее всего, закажу, да, в Е-аптеке. Но так как мой телефон не поддерживает приложение Е-аптеки, вот этой вот, мне придется сейчас открыть новый телефон, который мне подарил мой муж, чему я очень и очень рада, и попытаться скачать приложение на него. Дело в том, что в Е-аптеке, как и в других приложениях, в других сайтах, есть очень прикольные бонусы. Даже не бонусы, не промокоды какие-то, а акции. Вот, правильнее было назвать акциями эти все дела. Вот. И там дают за 1 рубль выбранное вами из представленных. Я выбрала, уже такая себе надумала, бальзам для губ. У меня сейчас проблема также с губами есть, но все-таки зима. Неважно какая, со снегом или без, все равно у меня губки подсыхают. Не просто подсыхают, а уже какие-то такие вот изменения странные. Типа, ну, не то чтобы особо трескаются, а именно слезают. Знаете, есть такое вот какое-то странное состояние губ. Ну, про губы вы мои знаете, я вам уже рассказывала. Вот, поэтому наша тема сегодня – грибок ногтей, как излечить, как остаться здоровым при этом всем. И я надеюсь, все-таки это поможет.
Я надеюсь, что следующее мое видео будет записано именно, будет посвящено тому, что я вылечилась после этого Унихелпа. Да, хотела сказать, что все представленные средства – это вроде как лаки. Именно в форме лака выпускаются. Не знаю, может быть, у них есть какие-то мази или еще какие-то формы выпуска. Но вот я видела именно как лак для ногтей. Вот интересно, да, потому что до этого я читала, что лаки для ногтей в борьбе с грибком не особо эффективны. Иногда это просто пустая трата денег. Ну, посмотрим.